Dinheiro! Ну я в Б, хуя, ты тысяч, нахуй, блядь. Ты тысяч, тихо успокоился. Только сейчас бафы себе дайте. Да, я рыбу перестать копить. Бля, у меня рыба закончилась. А что ты купил там, блядь? Что ты в рыбины купил, блядь? Ну я, блядь, ну на косарь купил, она по 200 стоила, блядь. Есть сколько волкашная? Куплю. Прямо сейчас. Гитлер капут. В оранжерею жизни ТП делаете клешню? Клешня, клешня. Поставьте шкаф там спеллбаунд, пошел ретриком быть. Давай тихо, Расмус, спекни с танка. Давай не будем рисковать. Спекни с танка. Давай. Не надо. Расмус, спекнись. Больше шансов выжить, это лучше. У нас ДПС более чем головой, давайте не будем. Больше столбом ставить не буду, пошиво. Ой, спасибо большое, Иисус Христос, кому кто поставил рыбу. Новым годом. Поистине. Ура! Да можно даже обычную рыбу, не знаю, зачем такое. Ну, кстати, кулинарка нужна. Во что? Нормально, 4 хила, супер специалисты, все хорошо будет, я верю. Я еще пока не этот. Ну, блять, мне сложно оценивать. Так, да. Ребята, я каски раздаю. Погодите, буквально 3 секунды. Я каски, короче, раздаю все. Бой висит почему-то. Мы же тоже челлендж устроить босса. Да снова, наверное, твой там бегает, что-то шкодит. Пулим. Все. Тебе раз мы спекнулся? Все хорошо. Лак поваром дайте. Давай, Вой, ты на боссе, Расмус на трэше. Антонио. Клеш, не забывай напуливать, Петя, бога молю. Сейчас босса не бей. Кто ударит? Накручу босса, блин. Нет, я не буду. Вместо ретро ауры поставьте просто ауру. Кто ударит босса, тот зорки. Вот грибы разошлись, на ком метка выходим из рейда. В лучах не стоим, дрейнера поднимите по хп. За хим, какая-то беда. Дерево за боссом. И почему он нам не вечный? Помогите по дереву сыграть. Ну а там сейчас все. Пизда. Еще раз побьем. Да. Если трудно, я могу поаносить за дерево. Опа, кто-то накручивает ДПС, ГП. Дайте время напулить. Дерево. Слева подгребаем. Дерево сыграйте пока что. Не врываемся пока по боссу. Fire Aura подготовьте и масса круз дашь порошочек. Кашка, да. Угу. Все, давай. Отдали. Точно играйте, точно. Стоп на левое. Я скидаю. Следующая дашь массакру. Это, господи, раз. Дерево далеко. Дерево перед боссом. В лицо стоит. Расмус дашь массакру. Спеллбаунд. Возьми, пожалуйста, Fire Aura. Забери. Я что, здесь ретрик с мастером? Опять босса, тут собак. Играем по этому, по меткам. В духа воды сбивает клешня, грозовому сбивает секси. Через хватоплет играем. Клешня в воде, молния, понял. Печенька секси. Трусики клешня. В духа воды больше сыграть. Милый. Дерево воды. Дерево сыграли быстро. Дерево. Стычились все. Все хорошо.
Ёбка, не могу сказать. Чикабомбонит, да, идеальному, пожалуйста, Иннер. Киньте на босса Джагу, побейте. Зорки, а ты босса бьешь? Нет. Красавчик. Все то же самое. По кастам также. А почему не бьешь? Бля, я стоп каст свою. Вы все ставили, бля. Вы... Я нет. Умрёте. Я не. Будет что с вами? Будет лавы. Умрёте. Следующий босс добивать? Хорошо. Угу. Из лучей выходим. Всё. Да, сейчас секси будешь бомжей сдавать. О, сакрам Расму сдают сакру, а Пэл даст мастер аур на огонь. И он аур. Вначале сыграли в дерево, дали время на пул. Секси бомжей давай. Угу. Начинаем ауешить. Расмус, подготавливай. Мастер аур и сокру. Быстро уе, давайте. Все, точечно играйте, точечно, точечно. Блять, ну проходим он босс вроде, да? Ну, вроде бы да. Это тяжело. А, на реке, блядь. Да, стирайте. Большой блядь, остался еще. Нельзя просто взять и убить, и все. Можно. Почему так не делаем? Потому что мы не убиваем ее. Блять, по тактике нужно играть сложно. Лучше не рисковать. Исполин из Реда. Даю Геру. Фаза 2. Да убить. Можете под грибы еще встать, урон зовутый. Закливается, бейте босса. Вы умрете. Милый, по порошочек. Осторожно. Я просто сокрою. Угу, угу, все нормально, я понял. И жопа не горит, и в рут календаре. А где ее хп? Ну все, закончил. Красавчик. Отбежали направо, через реку, перешли через реку. Опа! Через реку перешли. Здесь хорошо, да. В осколки прям вообще сотни падают. Я радуюсь тому, что я с гудой командом рейди, такая честь. Вот, конечно. Это, боешка шея. Да, кстати, боешки вы так все понидали, а нихуя никто не отдал. У нас упали штаны. У нас упали штаны с первого босса, и упала сейчас шея. Это все в ГБ уходит, это там все будет подбывать. Ну, ГБ кто снизил, все, что было, если честно. Рыба так дорого стоит? Куда ты плывемся? Вылишься галерею налево, сразу уходим. Давайте, там 4 босса осталось, 2 из них. Относительно сложная, а два из них, типа, жопой можно по клавиатуре прыгать. 4. Ну, это Расмус спекается обратно? Да, спекайся обратно в Ретрика. Так, у нас Spellbound уходит, он писал. А кто у нас там замены есть? Карась, да? Пускай заходит. Да капец, бес все быстро бегает. Повалишься, Грилея. А прикиньте, сейчас 4 боссов, 4 осколка ебанется, блядь.
Ну, один скажи, уже 5 фулов, да? Идеально. Сколько у тебя уже? У тебя 3 осталось до фула? 4 осталось. 4, бля. Ну, один пойдет 106 с йога. Да, да. Это будет 6. Я ну, как минимум. Я в начале рейда сказал, что 6 выпадет. Да, там потом КВ на йога идет. Если кто-то собирается... Ну, да, еще неделя и будет. Т4, я вряд ли вытащу. Ставки на могу попробовать. Там просто ЛП, ЛП, ЛП нужно и все, по сути. Но мы не будем сильно пить, мы будем там кастеры... Ой, сейчас Агра сорвется, блядь. Да, типа кастеры по типу Зоркова, Сузы, там типа, знаешь, там сдал вспышечку. Стой, пиздюк. Навершей у тебя. Я? О. Угу. Штаны, все, дренер отдал. Супер, молодец. Оправдан. Что сейчас найдем? Так, слышишь, где у нас этот дуат? Там зайдет карась? Флэш писал, что он до 11. Не сплобал, не сплобал, я, да, говорился. Опять я сплобал, да, избавляется мне. Избавляется сплобал, ну, блядь, незаменимый человек, вроде, блядь. Приходил бы еще на РТ чаще, было бы вообще, блядь, круто. Давайте спаубаунд в ретрика спекнуться, да. Так, Маджа, что навык не мог. Заходи в Оптикс. А, Оптикс у нас есть, да? Да не, не. Я с АВК вспоминаю ситуацию. Зорки, ты поставил дот на закачку? Нет, я ж вредишь, помогал. Твихопка. Да вон срак с райтом играешь. Скачать его. Качайте все игру паладины, блядь. Параша. Зорки, ну что, блядь, паладинов любишь, что ли? Да, откинь мне трейд на милого, я тебе отдам 2 токена. Кто уже играл на Марсе? Я. Ну и как? Да имба. Я на земле играл. Имба просто. Вообще жесть. Имба, так, спрыгиваем имба. Вниз по меткам. Это все, про всех так новых персонажей говорят. Перепочек. Ой, да, ну так. Давайте сейчас квадрат. Не, ну самый фановый был это выпуск Террор Блейда. А, да? Мы не знали. А, так, в квадратик у нас будет Расмус скидывать. В Луну у нас законтролит Зоркий. Милый законтролит Штрусы. А, пироман к нам придет, пироман-то играем. А, ну, остальные ничего не делают. Все, погнали. Да, давайте сейчас сразу начинаем. Их сразу контроль, да? Контроль, да-да-да, контроль. Все, пиромант, играем. Грипните его. Секси, грипни. Не того. Я зажаблю. Я зажаблю. Не зажаблю. Третью ауру поставьте. Тоже обладал. Играем графику. Трусы снимаем, контроль. Эмпирамант же уже идет. В смысле? Да в прямом. Блядь. Рел, ты шо? Ну ебан. А можно я в трусах останусь? Я в них за компом тоже сижу. Я без них. Просто сказали, что-то трусы снимаем. Я снял. Ну чтоб кожа дышала бы. Короче, новый перс этот в Марсе, мобильный, даже у тебя, блядь. Ну, что его контролирует? Алибарда тут, допустим. Так. О, жесткий вообще. Короче, что у нас, получается, дед здесь не был. Тебе, по сути, можешь вообще ничего не делать, автоатаку нажимаешь, вихри не крутишь. Т4 Т4 снимаю. Да, Т4 снимаю. Потому что будут летать вспышки, их бить нельзя. Если мы их убьем, мы срываем хэм. А в хэме падает меч, который тебе нужен. Короче, одну кнопку жму, да?
У кого? Секс... Да слушай, спрашивай, да нормально, там типа быть. Да тут там не хпшка и типа агро набирает. Ну ты мимо сейчас убью. Ну 3 часа не так много. Чернул. Давай, что пацаны, допрыгнул, стал удар делаем, нормально? Да. Навер, ГП дай тому, кто убил Ньютамима. А кто Ньютамима тебя убил? Вовро? 161 урон нанес. Оо, усы. Поднимите Ньютамима. Я уж подню. Угу. Ньютамима, Ньютамима, что там? Поняли все. Ну, Вов, да, получается, десятку дал. Обновить им как уже. Так, а РДД еще можно выжить? РДДшки тоже опасны. Играйте точечно по боссу. По агро внимательно за ним следим. Не кастуйте там овер дохуя, вашего ДПСа не нужно. Наглая рожа сейчас. Поставьте шкаф. Так, вопрос, куда я босса ставлю? А, смотри, видишь звездочку? Да. Ты его туда поставил, просто ЛП-хами накидываешь, никуда его крутить не надо, просто лицом к нам оставляешь. Войд похаваете, маны нет. Обожаю тут на сове дамажить, мана вообще не кончается. Так, наглая рожа в рейде, всё. Потом у меня кончается. А уешить, как я сказал еще раз, нельзя. Давайте, РЧ на готовность. На... Ребаб, дайте покойтику сразу. Бля, чувствую, что сорвется пиздец сейчас. Можно построить декорат. А тут же есть те, кто первый раз? Да. Я сказал, уже просто... Наглая рожа, чего не хватает? А, я понял, Дискорд заходил. Нужно построить Дикура. Все, наглая рожа с нами, наглая рожа, все хватает. Валк. Тебе батька приказал? Валку кулак дайте, пожалуйста. А там АП кричат. Все. Все, да, давайте, блять, босс. Сразу туда подходи, туда же его пуляй. Все, накидывай плохие. Ставлю касательство, что первый раз. РДДшники не бьем, РДДшники не бьем. На пулы по КД. Станьте ближе, не достаю. Печеньку все... Сбежали слева-право. Бить? Да, бейте. Только аккуратно, Сагро. Суза сразу стопой. Разбежались. Суза, все, хватит, что ты сорвешь. Наглая рожа тоже поменьше. Суза, говорю, не дамаж. Мелики сзади пары. Суза зарядил. Бля, как я с ним я вижу, ну типа, камон, ну типа, слушай в дискорде. Там, видишь, уже взяли, я же сказал. Добежались. Гудлик 630. Поменьше. Я могу Луки зал... не дамажит. Ты сейчас сорвешь. Кто? Еще много. 3, 2, 1. Там у нас дороже больше. Побежались. Тенку. Раз, вы знаете, какую рожу со льво? Зорки не дамажит. Таньте, пожалуйста, всего одну точку в луже. Сейчас вам поставлю. Разбежались. В луну сейчас будем бегать, печеньку убираю. Ровно в луну встали. Ни влево, ни вправо никто не отходит от нее. Зоркий гудлик. Я не достаю оттуда. Ну ближе просто подойди, но что ты в линию в одну стоял. Я подхожу. Сбоку не надо стоять. Вот. Да это мягко. Не уешим вообще никак.
Гудлик, 103%. 6, 111. Так, говорит, раскул. Гудлик, не дамаж больше. Да ему 80%. В каске. 103. Там пары есть? Ну, 130 срыв. А, есть, нет, не, я ж разбежались. Ну, там быстро наберется 400 тысяч. Уже можно дамажить? 5, 4, не дамажить. Жди, жди, пока. Вы разбежались. Там пары кто-то дамажит, смотрите. Скажите мне, когда бить. Вообще. Паладину, лужу не лейте. Лужу не лейте, паладину. Разбежали, вытягиваем жизни. Разбежались, брат, разбежались. Все, разбежались, разбежались. Могу бить? Нет. Бей, бей, Гудлик, дрыщ тебя обгоняет. Чуть может, да, побить. Забей. Прожми раскол и не бей. Разбежались. Да я нажимал. На 4 миллионах останавливаем. Паладин, лужу не лейте, блядь, сейчас пары зальете. Ну все, сейчас пары. Паладины, блядь, алло. Не паладин, а паладин, я не лечу. 2000 уже осталось. Да уберите руки, паладин, уберите руки, пожалуйста, от клавиатуры. На ком, блядь, на мне, сука. Собирается руки. Все, нормально. Ждем, сразу не играем. ЛПхи накидывай вот в этого, в анимуса. Вот так? Разбежались. Блять. АФК, блин. 5, 4, 3, 2, 1. Разбежались. А, назад. Все, вернулись. Рейнер выбежал. Разбежались. Все, можете играть начинать, по-моему. Кто в ожу сейчас будет попадать, тот будет умирать. Каро, сбрось. Разбежались. Тенка сбрось. Суза. Разбежались. Что мне нравится? Там убегаю с меткой. Собрались в кучку и добиваем босса. Разбежались, бомба полетела. Сейчас меня еще даже ни разу не откинуло. Сейчас триня, значит. Дрища, да, скол. Да, много. Вытягивание жизни, выбежал. Идеально. Разбежали, бомба. Бомба. Чика-бомба. Чики-бомбуни. Апельсиновый рай. Чика-бомбуни. Нужно построить зикуру. Разбежались. Нужно. Разбежались. Опа. ГЦ с мечиком, бля. ГЦ с мечом. А если жезл никому этот не особо нужен, можно я его возьму? Да, берите, конечно. Вы главное меч еще вступите в вару, потому что он в любом случае. Давай. Секси, ты сможешь потанчить? Супер специалист, профессиональный. А чё, ты не можешь выйти? В Африку спекаться, что ли? Давай, будет. Давай, Таня. Агротайм будешь давать, нормально, ничего страшного. А, люди, поднимайтесь, тут сразу ТП будет в провал безумия. Все, ветер начался. Дед Бич забрал свою красотку, нахуй. Все, топ ДПС получается. Гудлик, где ДП? В смысле, АФК полбой. Сейчас, все тихо.
А как ты агро не сорвал, что ты на первом месте? Я полбоя ФК ставил. Просто 26к, похую. А где ты? Что у тебя за рекаунт, что он на 10 тысяч больше показывает? Идеально, как тебе интернет себе стоит? Ну типа, у меня 16 показывает. Ну я тоже 16 показывает. У меня 21 показывает. Тихо, пожалуйста, ребят, можете помолчать? Идеально, у тебя нормально интернет, все хорошо работает? Все замечательно, тогда по меткам. Запоминайте сейчас прям метки, потому что я их нихера не записываю. А в ромб у нас идет идеальный зоркий, а в трусы иду я, дрыщ, давай секси, дрыщ, крестик идет вовбро, валк, квадрат идет наглая рожа, исполин, ну и все, этого достаточно будет. В девичек назвал, правильно? Ну, если в квадрате будет не хватать одного чека, зайдешь тогда чика бомбони. А еще раз, дрищ это в какой? Я просто не слушал, потому что я никогда не ходил такое. Дрищ крест. Благо я запомнил. Ну, я так и понял. Дрищ не в крест, а в трусы. Трус. Блять, ну вот. Все в трусы. Сразу сказал слушать. По меткам. Что? Нет, не надо. Квадратик, крестик, идете налево, ромб, трусы идут направо. Думаю, тут уже разобраться можно будет. По фазам, тут, соответственно, буду по мере действия анонсить. Первое, от чего нужно будет от мозга отходить, от лучей. Мирики все стоят под боссом на первой фазе. РДД все стоят в печеньке. Двигаться никогда не будем. А время на агро давайте в обязательном порядке. По второй фазе будут кидаться две метки, будет между вами луч, с этой меткой обязательно сбегаться, для тех, кто не знает. Все, РЧ на готовность опула, остальное буду по ходу анонсить. Ничего не надо анонсить. Ну, блин, дай бог. Кару, Тенка, все, есть, пошли. Сейчас пройдет лужа и встанет печеньку. Бегите в центр. На пулы клеш не отдай, сейчас прям войда. Будь здоров. Благодарю. Там. Все большие толстые. Я за таунте. Блять, снять нечем снять. Я сейчас убью, блин. Будлик, забеги вперед туда. Бля, тут на хода походу заходить, пизда. Поднимайте на это походу. Сейчас я на хода заберу. Че, ложимся? Падать. Да нет, блядь, конечно, не побежал нахуй, да куда стоит, говорит, стоять, блядь, он побежал просто вперед, блядь. Не щадите их, бейте без промаха. Я сейчас на ханта запрусь. Который у тебя есть, да. Слишком много. Ну ок, давайте попробуем так. Ну, то, что у нас не сразу три будут моба. Короче, вы вызвали мобы. Вот тупица. ДК топ-танк. Героический класс, ты что? Лучший класс. Самый сильный. Все. Ну, поняли с первого раза. Ну, а что, вовбро не мог затаунтить мобу, что ли? Да, вовбро. Так, лишний не мог снять берсу? Все. Давайте успокоились. Спускаемся сразу быстренько в подвал туда. В страшном подвал. Сырой подвал. О, подожди, самое интересное, мы вызвали Торима? Да. Да? Все, хорошо. А то, блядь, ты пошел, собственно, проверить. Так, а зачем у ХМ-ки идем, там же осколок людей так падает? Шмоточка.
В смысле, он так и так 100%. Он так и так 100% падает. Да в смысле, это моточка. Плюс разницы вообще никакой нету, плюс 4 или плюс 1. О, тогда вызывайте, чё, зачем нам? Ну, давай, плюс 4. Нахуй, это ж моточка, блядь. Сейчас, да. Там, блядь. Подожди, ботинки, блядь. Тихо, подожди, Суза, тебе что-то нужно, да, с него? Ботинки. Конечно. Спасибо. Я имею в виду то, что сложности разницы нету между 4 плюс или плюс 1. Хорошо, давайте. РЧ на готовность. Так ботинки по ГП пойдут или так? 500 ГП ботинки. За печенька двигайте. Все готовы проходить вперед. Встаньте пока в печеньку. В печеньку, РДшники, пока встаньте. Мирики, быстро подходите под босса туда. Перешли вы сюда, встали. Дайте время на пули. Набрать игру. Все. Убивайте. Перешли влево. Таунти. Не бейте пока. Можете играть. Двигаемся, Лепченко. Интересно, когда... Пойдемте дальше, он сейчас пока наберет агро. Двигайтесь. Все, можете играть. Дали время набрать агро. Вырывайтесь. Передвигаемся налево. Хера, что у меня 2 КДП. Вы перешли за печенькой в назад и обходим эту лужу. Короче, сейчас подпадает. Прошли вперед. Между ними вот так вот проедет. Дайте время набрать. Да в печеньку ровно стакнитесь, и все, и вас мимо она пройдет. Все, доигрываем последнего моба. Быстро. Чика бомбони сейчас клешни поднимешь. Поднимай. Угу. Дайте реба в пороге. Да, Вор, ты где там умрёшь? Задохнитесь собственной ненависти! Трепещите, смертные! Конец близок! Вылетел. Мало. Да.
удушающий. 3, 2, 1. Сбегись. Есть. Задохнитесь собственной ненависти. Трепещите, смертные. Задохнитесь собственной ненависти. А что больше? Когда меня здесь сперли? Я диспейл уже полдня бегаю за этот тормоз. Я уже диспейл. И у меня уже упало. 5, 4, 3, 2, 1. 56. Братан, это хуйня не диспейл. Ну, Расмус, короче, это... Надо убивать. Убивайте Расмуса. Почти, брат. Пятьдесят шесть. 54 уже. Берни кого-нибудь. 5, 4, 3, 2. 38 осталось. Да. Уже 36. Бомбони там тоже, кстати, под контролем. Ну, надо следить за этим, а не На скольки перефаска? На 30 там, да? Да. Сейчас приведи. Надо добивать. Там еще разлагающие вдали.
Ой-ой-ой. В этом не вайп? Нет. Милый попался там. Мил убить. Ну чё слухни-то, я души мне больше сделать. Два здравомыслия. Будет спиной, блядь. Да. Двенадцать. 4.5 минуты еще. А Гера-то будет у нас? Не, у нас не было Гера. На следующий рев дам этот мастеровой. Да я на двух держался, 4. Блядь, гутлик, ну ёб твою мать. Тихо. Там все... Сузы. Касты сбиваете моба. Шман, ты один хилишь. Чуваки. Да ложитесь, ну, заново начнем. Не, нахуй надо. Плюс 4 делайте. Меня не запускает вообще. Телефон, у меня деньги закончились сейчас. Переподключиться почему-то не могу. Бомж денег. Не, это полная хуйня, нам дробит. Прямо, люди не готовы, блядь, они не знают, что здесь делать надо. Никто даже разу видосик не посмотрел. Время просто еще, как бы уже поздновато. Закрыть надо просто в приоритете, сейчас просто осколок забрать. Блин. Ну, выбей твой ВК, блядь, ёпта, что? Да, почти ВК не берут вообще. Ик 25-ки, я даже так могу сказать. Логика, да, потому что, блядь, ну, тут надо ГП хуярить, ну, дохуя камы, блядь. Смысле ГП херачить, ты чё, блядь? Что, блядь, ну что? А что? Вот этот локал сейчас. В тех рейдах, блядь, которые дают ЕП, должно даваться ГП. Да, короче, один трай, давай на плюс 4 и поехали. Да, делайте плюс 4, но я не могу зайти просто никак. Осколок заберем и... Потому что меня уже... Когда третья фаза началась, у меня уже 25 здоровья. Вой, сбрось стрим потом, пожалуйста, на этот, чтобы я начислил. Все. Не-не-не-не, ну, типа, я просто не знаю, зайду или не зайду сейчас в игру. Я зайти не могу банально. Да, мне потом список рейдов всего, кто заходил, выходил, и этот, чтобы начислить правильно. Да, это мягко он ушел. Ну, у меня не подключается от телефона, не знаю почему. Ну, конечно, просто допронести одного босса.
Ну пошли первый этаж зачистим. Да, пойдемте первый этаж зачистим. Первый этаж чистить, если можно этого босса убить быстрее. Давайте плюс 3. Надо же отдыхать. Да потому что уже никто не хочет в этой ульде так заебываться сидеть. Ты это понимаешь? Это сейчас вообще самый неактуальный рейд. Так мы для идеального ходят. Я для идеального хочу. Вообще для ИП здесь ходят за волонером. Ходят. Сознание, я за ИП хожу. В смысле? Я тебе сказал, что я хожу из-за идеального сюда, ты говоришь, что все идут сюда за ЕП. Ты как-то странно. Так я и не ебаню, как бы. Ой, ты можешь, пожалуйста, поспокойнее-то ну, реагировать? Ты реально заебал уже, серьезно. Тебе одну фразу говорят, ты как-то, ты начинаешь рассказывать? Вообще все становилось так, типа, делаем один трай, не выходит, делаем в обычке. В итоге, как обычно, все, блядь, вышло. Я не хочу делать в обычке, блядь, давайте будем до посинения сидеть, блядь, хренки траить, когда люди не готовы. Ну, потому что они ебланят по полной программе некоторые. Гудлики. Ну, вот гудлики. Гудлики. А мы за них должны где-то вот сидеть тут и задрачиваться по 4 часа, нахер, в каком-то ульдуаре. Чика, бомбой. Дайте рыбу. Есть у кого рыба? Не, у меня нет. Мы, в принципе, точно так же и ВВК делаем. Давайте от чего, блядь, сделаем? Да просто, блядь, никакой не хуярят люди, блядь. Тут от чего хорошее? Чикабамони мне написал, что ему вставать, он последний трай на этом балаеве. Ну, меньше ЕП потом, и все, блядь, кого нет. Да, да, да. Ну, я просто вижу, поэтому и говорю, что стрим, если будет, чтобы я следил все. То, сколько боссов убивал. Да. Вот замены тоже нету, да? Какая ЕП, мне скажите? Где? ГГ с небу напишите, он может зайдет. Я захожу уже вроде бы. Да ладно, что тут осталось? Лучше бы по каражан пошли, да понесли. А мужики, давайте. Если там слот еще есть, я захожу. Ты нам не нужен. Ок. Забу. А спаубаунд, а, ты в ретрике спаубаунд, в трехило тут? Где танку? Киньте пати ГГ снип, он с нами пойдет. А то у нас в рейде людей не хватает, зато замены есть, блин. Ну так я говорю, киньте ГГ снип, он на замене. Он сказал, что пойдет. А он был в начале. Гагаскин был в начале, ему херово стало, он отпросился, чтобы заменили. И все это время был в Дисе. Да. В Дисе, а где-то там. Гагаскин. Ну да, типа, когда я повесил человека, и ты ему и поинт не дашь за это, да? Вот красавчик вообще. Ну, а если бы он не пришел, то ты вообще бы все порасскажи. Ой, давай ты не будешь решать этот вопрос. Какой странный я, пиздец, долго. Я буреюсь с тобой. Вот, бля, нахуй вы это разводите, парни? Ну сейчас это слушать неинтересно вообще, абсолютно. Вот. А что тебе интересно послушать, ты мне скажи? Вы за какой-то... Песню хочу послушать. Погоди, вы за какой-то ЕП начинаете сраться, блядь, за игру, ёпт, вонючую, блядь. В смысле за какое-то? Игра, давай поговорим об этом. Ой, очень... давай ты не будешь за кого-то, типа кого ну, думать. Кто пришел за. Ну, у всех свои цели, все. Не надо это. Все, не надо это анонсить. Это реально людям не интересно. Мне интересно игра паладин. Не, если только ГП даю за это, то интересно, конечно. Спасибо. Не. А если ИП не дают, то ой, ГП не дают, то, конечно, не особо интересно. Вы умрёте. Умрёте. Вот, тебе надо бернуть.
Наглую рожу хотя. Рожа дашь у меня инер, я понял. Все. Ты это погашешь? Хорошо. Хорошо, ну все, хорошо, понятно. Ну понятно, все, не надо. Ну вот зачем ты это говоришь? Ну типа, ну. Перебили, нахуй. Ну тут как бы уже, ну, нужно успокоиться, а не раз. Ну, да все. Он нормально все говорит, номер. Че ты перебиваешь? Давайте. Потом видео сбросишь, тогда ЕП начислится, если 300 ГП потом закину. Парни, на милом вылетел из игры, у меня зависло. Ничего страшного, милый. Мы уже почти забили. Суза, прости. А нахуй ты ко мне повернул его? Да я думаю, ГП, нахуй, ой, все проще. ГП. На вагон. Нихуя же повернул на меня босс. Нету там ГП раздает. Как он, блядь, топ ДПС даёт, он, блядь, повернул. О, боешка. Его нет, он ливнул. Не знаю, Дэвер сказал, что дочислил тебе 300 ГП и ливнул здесь. А как мы его начислим, он же сам? Ну или сам, он скажет, что такое? Дайте ГГ снипу, пати. Кто лидер у нас? Войд. Войд, ты лидер. Дай ГГ. Не, вот тут я, конечно, согласен, то, что ХП отменили здесь, и какую-то группу тут сделали. Просто люди начали хуеть, просто реально жестко. Да я просто это Невер повел помочь, просто и все. Он ну не да, я же это и говорю, что это не хуйня вообще. Я даже из ЕП бы за эту хуйню бы не дал бы. Ну вот я за, чтобы мне не дать. В смысле, не дадите, больше никто не придет сюда, вот и все. Не, за именно за этот рейд. Да никто больше не пойдет в льду. Если тоже даришь. А что тут идеальному осталось? Господи, с пугами соберем ему 4 осколка и все, и, блядь, можете не ходить. Да нет, все просто. В рейде, за который дается ЕП, должен даваться ГП. Вот. Эта хуйня вышла. Ладно, там люди, которые, блядь, не были тут ни разу, ну, Гудлика, блядь, МК взял, это вообще пиздец, блядь. У меня 20 в мысли было, когда Гудлик фан. Гудлик в ужах в ВВК горит, о чем вы, блядь? Только не врывать, пусть наберет огром. А потом чего, ну, блядь, лагало, а потом чего не закрываем, блядь? Чего не закрываем, то, чего не закрываем, все. Потому что халява пошла, блядь. А, ну замечательно, Дон ту скинил, все обработает, блядь. Дон смотреть не будет. Завтра заходите, блядь, в игру, блядь, а вас там, блядь, по плюс 800 ГП, блядь, у каждого. Ты вожу заводить его будешь тут, или тут прям? Приста баф, пожалуйста, не. Вы будете мастер аур давать или касту? Да, да, да. Я первый дам. Да. Да поехали. Не знаю, я как пришел, сразу убили от Галона. Мне кажется, с первого раза. Я первый отдам с ПВ, потом отдам.
Блин, очень быстро и не успел. Забирай. Чё-то никто не забирает. Ну, раз он забрал. А, ну всё, всё. Слишком сложно. Да я на другой дал проебал. Да. Надо предупреждать. Да. Я на тебя каплю отдам. Сейчас осколок. Ну почти. Утренька хорошая. На мишку. На мишку. Не хочешь? Нет, железная. Не, у тебя может. Что ты там по рекомендации? Где ты там будешь? На выносливость. Я на первом побоссу. А ты где? В смысле, я первый побоссу. В смысле, не... я второй. 7 миллион 56. Да. Сори, гудлик. Удали рекаунт, удали. Не, у меня нормальный рекаунт. Не, ну это может быть. Нет, рекаунт, надо базарить, короче, побольше. В чате в этом, блядь, специально. Чтоб такой хуйни больше не было, блядь. Позарить, блядь, бьёк. Да, зорки жесткий тип, БК фласка, блядь, масло, блядь, убийца. Ну да, я ж не слайкер, блядь. Да при чем тут слайкер? Все. Или плюс 4 на ласта. Раз, два, три, меня не слышно.